что могу поздравить вас с днем рождения. Все благословения от Господа. Пусть Господь и дальше укрепляет вас и ведет своим путем к вечности. Привет передавайте всем вашим детям, внукам, благословения и для них. И если мы не увидимся здесь, в этом мире, мы верим и надеемся, что мы встретимся в вечности. Помним, любим вас, молимся за вас и целуем от всей чистого сердца. Ну что, говорить что ли надо? Да. Николай Павлович, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам здоровья и лучших благ в вашей жизни. Мы очень по вас скучаем. Хотя бы, если бы вы были здесь, какие мы были бы счастливые. Все. Николай Павлович, поздравляю вас с днем рождения ангела. Желаю вам Божьего благословения. Желаю вам все-все такое, то, что угодно вашей душе. И, ну, наверное, может... Николай Павлович, дорогой, мы так рады, что вы дождались этого своего светлого дня, своего дня рождения. Все помним о вас, все, кто вас знали, все, кто пришли в церковь позже вас. Все вас очень любят, все вас очень помнят, а мы... Дети Птенца Гнездова, ваши детки, любим вас особенным образом. Поздравляем вас. Я Таня Аронович, если вы помните. Я надеюсь, что помните. Тетя Галочка, дорогая, вы ангел-хранитель нашего Николая Павловича. И всем вашим деткам, всех ваших деток я поздравляю с этим светлым днем вашего дня рождения. Живите долго, крепкими будьте. Не пугайте нас вашими болезнями. Мы будем счастливы знать, что вы служите в Америке и что вы несете Слово Божие и там. Очень вас любим. Помним о вас самыми светлыми воспоминаниями. Поздравляем от всей нашей церкви, со всей любовью, от всех наших дорогих братьев и сестер. Здравствуйте, Николай Павлович. Я Анна Филипповна, дочка Наташа. Я хочу вам передать огромный привет. Как говорится, мамы нету, она на небесах. Вы, наверное, не знали. Может быть, ее помните, а я ее дочка. Я хочу поздравить вас, потому что я очень много слышала о вас от мамы моей. Чтобы Господь вас благословил, такая у вас была хорошая, чтобы все у вас было хорошо. Самое главное, чтобы Господь поддержал вас и дальше, чтобы вы шли и жизни радовались. Аминь. Николай Павлович поздравляет вас с днем рождения. Желаем всего самого хорошего. Любим, помним. Часто вспоминаем о вас, Господи. Благодарим вас за все. Будьте здоровы. Это говорит Елена Лаковская. Не запомните или нет, но должны меня помнить. Дорогой Николай Павлович, каждый человек по жизни имеет своих воспитанников. Начиная с детского сада, кончая последними днями жизни. Вы для меня являетесь тем наставником, который отражает все лучшие качества христианина. В послании Тимофею есть такие слова. Великое благочестие быть довольным и счастливым. Вы воплощали это все. Ваша выдержка и терпение просто являлись для нас всех примером. Как христианин библейского направления, я вижу у вас много того, чему мы должны были научиться. Долгие вам лета, Николай Павлович, счастливой, хорошей жизни, плодотворной. Во имя Господа нашего. Аминь. Дорогой Николай Павлович, мы вас все любим, ценим, помним, уважаем, до сих пор вспоминаем. Вспоминаем все, что вы нам говорили, цитируем. Поздравляем вас с днем рождения от всей души. Дай Бог вам еще всего, что вы хотите здесь, и еще лучше, дай Бог, чтобы мы все встретились на небесах с Господом. Мы вас любим и ценим. Днем рождения, дорогой. Добрый день! Приветствую, Николай Павлович! Если вы не знаете, Тельман Алиев, вместо Бузовницкой церкви строили. Дорогой Николай Павлович, я поздравляю вас. Пусть Господь благословит, как благословил вас в 80 годов, и еще больше, пусть сохранит вас, благословит с семьей вместе.
чтобы всегда присутствие Божьего в ваших сердцах, в вашей семье. За все я благодарен Бога за вас. Еще раз поздравляю. Живите Божьим благословением. Дорогой Николай Павлович, это я, Андрей Баскаков, Смардокян. От всего сердца я поздравляю вас с днем рождения, с юбилеем. Мы вас любим. Я вспоминаю, как ходил в библейскую школу после работы вечером. Вы учили нас. Сколько было моментов, когда я к вам подходил. Вы наставляли меня. Что-то помогали каким-то вопросам, ответам. Спасибо. Нам очень вас не хватает. Желаю вам крепкого здоровья. Всей вашей семье, дорогой Николай Павлович. С днем рождения вас! Приветствуем, дорогие. Николай Павлович, мы вас очень любим, помним, скучаем. Мы с вами мало общались, но вы нам дали очень много. Вот. И мы помним, как занимались по средам, вечерами, после работы. Вот еще что мы помним. Как вы принимали роды, когда я возрождалась, в четверг это было. Наверное, 11 марта это было, 97 года, в кабинете я пришла, объяснила свой грех, а вы говорите, молиться надо, сестра. И я так, спасибо за совет, иду, а вы говорите, вернись сюда, вернись. Я возвращаюсь, и происходит возрождение души. Спасибо, дорогой, что вы участвовали в возрождении моей души. Целую вас, обнимаю всех. Приветствую, Николай Павлович. Мы вас любим, я тоже люблю вас. Спасибо, что вы есть. Я Ирина Павловна невестка, это Ирина Павловна правнучка. Спасибо вам, целую вас, пока. Поздравляем, с днем рождения! Приветствую вас, Николай Павлович. Поздравляю вас с юбилеем. Я очень рада, что могу вас поздравить с этим праздником. Я желаю вам всего наилучшего. Мы помним вас, любим вас. Я помню все те лагеря, которые мы вместе с вами провели. Очень прекрасное было время. Помню нашу свадьбу, которую вы вели с Андреем. Я Наталья Баскакова, если вы помните меня. Я очень рада, что Господь нас с вами свел. Я очень рада за то, что я знала вас, и люблю вас, и помню вас. Жаль, что моя мама не может вас поздравить, она уже в вечности, но она всегда тоже вспоминала о вас. Всего вам наилучшего. Любим вас, помним вас, и хотим, чтобы у вас все было хорошо. Еще раз днем рождения вас. Доброго дня, Николай Павлович. Сумгаитская церковь поздравляет вас с юбилеем, с Пасхой, с Днем Победы, который приближается. Мы все радуемся, что Господь благословил вас и до этих пор сохранил вас и привел вас к этому месту. Да благословит вас Господь на все грядущие дни. Благословений вам и счастья вам во все дни вашего странствования. Да будет благословен Господь. Аминь. Здравствуйте, дорогой Николай Павлович. Хочу поздравить вас с вашим юбилеем, с 80-летием, с вашим днем рождения. Пожелать вам крепкого, доброго здоровья еще на долгие годы, чтобы все болячки, которые есть, излечились. Мы все вам желаем только всего самого-самого хорошего. Я хочу поблагодарить вас за моего сына Павлика. Вот он пришел в собрание, когда ему было 14 лет, и больше он не ушел. Он нашел там и Бога Отца Небесного, и, можно сказать, Отца Земного. Вы заменили ему отца тогда, когда это было больше всего нужно молодому человеку, молодому парню. Он равнялся на вас, слушал вас, уважал, восхищался и продолжает до сегодняшнего дня. Вы всегда рядом с собой. Сеете доброе, вы даруете всегда любовь, понимание, всепрощение всем вашим близким. Вы такой человек, что бываете счастлив только тогда, когда хорошо другим, тем, кого вы любите, о ком вы заботитесь. Вы замечательный отец своим детям, замечательный дедушка своим внукам. Ну, наверное, замечательный муж для Галины. Конечно, ей тоже очень сильно повезло, что столько лет рядом с ней такой необыкновенный, замечательный, хороший человек. Муж и отец ее детей, и дедушка внуков. Вот. За все спасибо вам. Вокруг вас всегда тепло, всегда душа отдыхает.
Вы настоящий пастырь Божий. Вы всегда пример для людей. Понимаете? Когда смотришь на вас, хочется становиться тоже хорошим человеком. У вас нет никакого второго дна. У вас нет эгоизма. Я просто восхищена. Очень многим людям никогда не доводилось встречать таких людей, как вы. А нам очень сильно повезло. Спасибо вам. Мир Божий, уважаемый, дорогой брат Николай Павлович. Наверное, вы меня, конечно, не помните. Да я бы вас не узнал. Ну, я как бы освежу память. Меня зовут Виталий Михайличенко. Я служил когда-то в Баку и покаялся. Это был 81 год, 26 декабря я покаялся в Баку. Ну, так вот судьба сложилась, что, значит, остались друзья, которые помнят меня, я их помню. И вот сказали, значит, что у вас такая юбилейная дата, значит, 80 лет, чтобы, ну, я по желанию сделал запись. Ну, я думаю, что можно пожелать человеку, который уже большей крепости достиг, уже вроде бы желать, ну, нечего, ну, не то, что нечего, как бы самое большое уже получено благодаря Господу, конечно, ну, и то, как говорит Слово Божие. Ну, вся наша жизнь в руках Божьих. И я благодарю Бога за то, что когда-то, ну, небольшой пусть отрезок времени, но пришлось мне быть там, в церкви, в Баку, я помню, в хоре, наверное, немного пел, вот. И помню, даже с вами несколько раз ездили мы, вы преломление преподавали, вот мы там, я еще кто-то ездили. Желаю вам больших благословений, желаю вам быть верным, твердым служителем Божьим, каким вы и были, и, надеюсь, есть и сейчас. Бог пусть вас хранит, пусть ангелы Божьи, хранители, ополчаются вокруг вас. Желаю вам всего самого доброго и самого хорошего. Аминь. Добрый день, Николай Павлович. С днем рождения. Желаю вам самого хорошего, здоровья, чтобы вы жили столько, сколько Бог хочет. Поздравляю вас. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья, чтобы вы никогда не болели. Вы были самым счастливым в мире. Аминь. С днем рождения еще раз. С днем рождения. Дорогой Николай Павлович, сердечно поздравляю вас с 80-летием. Слава Богу, что вы дожили до этого времени, что Он хранил вас в своей руке. Я надеюсь, вы меня узнали. В Баку я была Люба Иванова. Сейчас я уже Люба Гладкова. Обнимаю вас и благодарна вам за то, что моя юность прошла под вашим руководством. Да благословит вас Бог и на дальнейшее. Николай Павлович, приветствую вас. И хотя Толика нет рядом, он в рейсе, но тоже передает привет и поздравления. И мы благодарны Богу за вас, что мы были вместе в одной церкви. И желаем вам сил, мудрости и дальше до конца жизни здесь на земле. И вот мы хотим, я лично хочу попросить прощения у вас за то, что вам седых волос прибавляло. Вам приходилось со мной лично беседовать. Но я благодарю Бога за вас, что Бог давал вам и силы, и терпение, и мудрости в служении с молодежью. Я благодарю Бога за вас. И вам спасибо. Пусть Бог вас хранит. Поздравляем с круглой красивой датой. С Богом. Приветствую вас, Николай Павлович. Я как временный житель Баку хочу вас поздравить с днем рождения, с юбилеем вас. Для вас это очень большой праздник. Вы прошли очень длинный путь и дожили до большой крепости. И хочется пожелать вам здоровья. Это самое главное в нашей жизни.
и всего самого наилучшего. Пусть Бог благословит вас и вашу семью. Дорогой Николай Павлович, я думаю, вы помните меня. Я Гюля. Нас было 3 сестры. Я, Элла и Флорена. Я хотела вас сегодня поздравить с днем рождения. Я очень рада, что я имею такую возможность, что мы дожили до этих лет. Вот. Я очень благодарна вам, что я покаялась в церкви, в которой вы были пастырем, и росла в этой церкви. Это очень многое дало мне в жизни. И я не встречала еще пастыря, подобного вам. Спасибо вам за ваш труд. Я хочу пожелать вам еще долгих лет жизни и обильных благословений Божьих. Спасибо вам большое за все. Дорогой Николай Павлович, я хочу вас искренне поздравить с вашим 80-летним юбилеем и пожелать вам всего-всего самого-самого наилучшего. Я ценю и дорожу тем временем, проведенным в нашей Бакинской церкви, потому что через вас я получила духовное возрождение и крещение на Каспийском море. У меня есть фотографии, я смотрю на них и вспоминаю свою юность, вспоминаю то время, те проповеди, те служения, хор. Это просто было счастливое время. Я желаю вам всего-всего-всего самого наилучшего. Я хочу, чтобы вы дальше прожили много-много лет. И желаю, чтобы вы еще служили людям, давали им духовную поддержку и молитвенное благословение. Вы для меня всегда будете самым-самым любимым пастырем. С юбилеем вас! Николай Павлович, поздравляю вас с днем рождения! Желаю вам долгих лет жизни, счастья вам, здоровья вам и вашей семье. От нас, от всех холодильников. Дорогой Николай Павлович, я тоже поздравляю вас с этим прекрасным днем, с вашим 80-летием. Желаю вам здоровья, радости, силы. Вы для нас действительно пример, который показал нам путь истинного христианина. Насколько вы любили людей, насколько вы любили церковь, насколько вы любили помогать другим людям, служить другим людям. Мы за это вам очень благодарны. И хочу поблагодарить также Галю за то, что она очень часто оставалась одна с детьми, когда Николай Павлович уходил на служение, очень много помогал старушкам в нашей церкви. И спасибо за то, что ты отпускала его, когда он служил всем членам нашей церкви. Благодарим вас за все и поздравляем. Николай Павлович, витаю вас с днем народження. Я слышал много хорошего от вас, от жены моей, о вас, о том, что вы были примером настоящего доброго пастыря, который пас свое стадо по Писанию. Пусть вас Бог благословит и воздаст вам за все ваши труды. Если ты позабыл нежность ласковых рук, если ты испытал горе вдруг, если ты позабыл сердце трепетный стук, к нам скорей поспеши, милый друг. Церковь моя, дорогая ты церковь моя, я брат твой, сестра твоя. Церковь моя, дорогая ты церковь моя, здесь Бог наш, а мы
ты согрешил, если ты одинок, к нам скорей поспеши, с нами Бог. Церковь моя, дорогая ты церковь моя, я брат твой, а я сестра.